Клубы туристов из городских округов и поселений Южного управленческого округа съехали, чтобы продемонстрировать силу духа и физическую активность. Зимний праздник туризма показал собравшимся ловкость и желание к победе людей, чей возраст называют байзаковским. Туристические отряды, сформированные из активных, неунывающих пенсионеров, доказывали жюри, что именно их команда – самая-самая. Еще не начались соревнования, а накал страстей и дух предстоящих побед ощущался во всем, что окружало мероприятие, связанное с зимним туризмом. Самое главное, приятно то, что вы не унываете ни душой, ни телом и показываете на себе лично пример своим близким, молодому поколению, что надо все-таки дальше двигаться именно в направлении здоровья, здорового образа жизни. Конечно, отрадно то, что вы выбираете для себя здоровый образ жизни. И хочется, конечно, немножечко перефразировать такое крылатое выражение: «В здоровом теле здоровый дух». Хочется сказать обратное: «Здоровый дух – это здоровое тело». Удачи вам! Зимний турслет среди туристических клубов, созданных при Центрах социального обеспечения населения, проводится второй раз по инициативе нашего городского округа. Местом, как и в прошлом сезоне, выбрана турбаза «Бережок» в деревне Гледены. Сам колорит местности, расположенный в долине, удаленной от городского шума и суеты, окруженной со всех сторон горами, поросшими хвойным лесом, чистый воздух располагал к отдыху. А по весеннему ясный день к предстоящему действу. Эти люди не привыкли сидеть на диване. Их жизненное кредо – активность. Их главные черты – молодой задор и вызов собственным годам. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. И только прикажи, я не струшу. Товарищ время, товарищ время. Члены туристических клубов, люди от 55 лет и старше, соревновались в разведении костра, оказании медицинской помощи, поиске пострадавших, лыжной эстафете, ориентировании на местности и даже умении вязать узлы. Первое место и кубок победителя достался сухоложской команде «Оптимист».